уже горе. Заселились, зачекинились, идем в номер. Направо-налево, направо-налево, 1-2, 1-2, нам налево. Ну да, такое. Болгарский санаторий. Идем дальше. Вот наш номер. Включили свет, заходим. Тут ванная, туалет, вещи наши, вот тут уже все. Вот такой номер. Пока все у нас тут не разбросано. Надо снять. Так, скромненько, конечно, скромненько. Это наша первая ночь и сразу же предпоследняя мы. Нам тут не понравилось, мы сразу же попросили нам организовать другой отель. И послезавтра уезжаем отсюда. Поэтому видео будет совсем короткое. Отель внешне, конечно, не ужасный, но когда ты уже посмотрел на другие более высокого уровня, как-то вот это тебе не заходит. Слышите, как весело музыка играет. Но это не наш отель. Наш отель настолько тихий и скучный, что мы отсюда сваливаем. Две ночи прожили и решили, что все, больше невозможно. Очень скучно. Такой очень скромный отель, конечно. И они все делюксы, лакшери, все наперебой премиумы, премьеры. А приезжаешь здесь очень-очень скромненько. Ну вот лежачки такие, это еще более-менее, потому что на пляже так совсем слабенькие, старенькие какие-то, все потесанные, пошарпанные.
Sevgili misafirliğimiz, misafirimiz 20.45'i gösterdiğinde harmoni barımızda, lobi barımızda bu akşam oryantal göbek dansı programımız olacak. Küçük misafirlerimizi bekliyoruz. 21.45'te harmoni barımızda oryantal göbek dansı programı. Пожили здесь две ночи, и то вчера ездили в этот Фэтчинс. Хоть как-то немножко время разнообразили, здесь прям очень скучно. Здесь прикольно быть тем, кому больше 50. В общем, не стали доживать свои дни здесь. Оперативно нам агент помог Регнум взять. Едем сейчас в Регнум, ждем такси. Очень-очень скромно все, конечно. Здесь такая зона со столиками. Более-менее можно здесь посидеть. Ну, пляж, да, очень скромный. Очень лежаки за 3 копейки, вот эти пластиковые зеленые. Ничего, ничего особенного. Как я где-то писал, что чем громче написано лакшери, там, делюкс, тем более колхозный, как правило, отель. Реальный лакшери не пишет о себе, что он лакшери. Они просто делают это и все. Ну, скромно, очень скромно. Я вон вижу двух булагеров еще. Стоят, снимают. Вот это меня больше всего бесит. Если что-то надо урезать, какой-то расход, где-то сэкономить, вот все, вешают такую табличку и до свидания. Другие могут это делать. А вот здесь вот, например, детский клуб сказали, не работает, потому что ковид. Но почему он в других местах-то работает? Короче, очень удобная такая отмазка стала. Вообще классно. Прям очень универсальная такая. Живые деревья, интересно, растут. Прикольно. Корнелия Делюкс. От Делюкса здесь только вывеска, если честно. Такой в стиле парома какой-то. Отель. Ну вот такая здесь территория. Она прям очень сильно просится, чтобы все обновили, освежили. Все такое очень уже старенькое, потасканное. Все очень скромно. Не было бы вопросов, если бы отель не написал про себя, что это Deluxe Resort. Ну, это, конечно, очень похоже на какой-то дом престарелых, санаторий. Это без притязаний. Это не Deluxe, конечно, никакой. Зелень, зелень. Ну, она везде тут зелень. Они все эти отели друг на друга очень похожи. Эти все таблички уже убитые, старые. Но неужели это так сложно заменить на какие-то более свежие? Или это что-то такое типа аутентичное, не знаю. Все такое выцвевшее уже, уставшее. Очень просится, чтобы это было как-то поновее. Здесь тоже как в Гурале есть такие двухэтажные номера. Корпуса. Ходить отсюда на завтрак не самая близкая история, но зато дешевле. Ну, вот сами смотрите все, как выглядит.